Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопи Джанно Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатаруваса Кипасинда Бхавача Патитанам Павунебха Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтигрим Джаткипатамаханга Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Праде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодваруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхаспадам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикопавадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхика Майи Када Кипам Курош Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламмита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Хитакшу Бишам Бару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасва Ча Бхакшаси Джасьясте Хиде Самбид Твам Нишингам Ахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Джасьясти Бхактир Бхагавати Акинчана Сарвагуна Истатра Самасати Сура Хару Абхактасья Куто Махадгуна
Manorathena sato dhavato vahi. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra shama shati suraha haro abhakta shakuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что внешними измышлениями нельзя понять саду. Гаудиа Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что внешними оценками нельзя понять подлинного вайшнава, нельзя узнать его, это невозможно. Наши органы чувств, наш материальный ум, ничто не может помочь нам понять и узнать чистого вайшнава. В шастрах говорится, что даже полубоги они не могут понять, осознать, узнать чистых вайшнавов. Это очень сложно, поскольку полубоги они находятся в этой области, в этой области 14 миров, но вайшнавы они за пределами этих 14 материальных миров, они за его пределами, они находятся в трансцендентной обители. Их мысли, их желания, их действия, их жизнь, все это апракрита, трансцендентно. И также мы знаем, что вот это шлоку, что трансцендентное нельзя понять материальными органами чувств. Относительно трансцендентных вещей, если вы хотите понять что-то материальным умом, это невозможно. И вот Шрила Прабхупада сказал, вначале всего, если вы придете к Гуру Вайшнавам, вначале нужно зависеть от трансцендентного звука, пракрита шабда брама. Вот мы должны зависеть от этого трансцендентного звука, который исходит из уст таких чистых преданных. Мы не должны пытаться что-то оценить, посчитать, нет. Поскольку наши материальные попытки, они основаны на невежестве, мы хотим видеть, что вайшнав внешне он прекрасен, высок или короток, или откуда происходит, или еще прочие какие-то материальные оценки, какое образование он получил, где и прочее. И такие материальные оценки, они приведут нас в ад. В этом проблема. И вот такие материальные попытки оценить подлинно Гуру Вайшнав, они ни к чему хорошему не приведут. И Шрила Прабхупад всегда говорил и советовал нам, если вы хотите приблизиться к чистым Гуру Вайшнавам, не пытайтесь видеть его своими глазами. Вначале вы должны то есть, если вы полагаетесь только на свои материальные органы чувств, вы будете обмануты. Если вы придете, например, к Вамшивадве с Бабаси Махараджу, то что вы поймете? Ничего. Можно видеть какого-то обнаженного человека в одной каупине с длинной бородой, который похож на нищего или сумасшедшего. И мы так превратно можем его понять. И поэтому Шрила Прабхупада, когда кто-то спрашивал у него разрешение получить даршан, Вадас Бабаджи Махараджа, он не одобрял.
Если вы пойдете туда, вы не поймете, что он делает. Если вы поймете превратно чистого вайшнава, то это причиной вашего падения станет, и никто не сможет спасти вас от вайшнава парахи. Даже в уме, если вы что-то не то подумаете, это очень опасно. Наша Сочимата, смотрите, она мать самого Махапрабху, такая вселенская мать. И не только это, также она мать самого Гуранги Парадпаракилишвара, Бхагавана Шри Кришны, но все же, когда ее первый сын ушел из дома, Вишварупа, она думала, что Адвайта Гасайя виноват в этом, что только из-за него он ушел. Ее первый старший сын ходил к нему учиться. И вот под его влиянием он нас приразил непривязанность, оставил дом и ушел. И вот она в этом подумала в уме, что Адвайта Гасайя в этом виноват. Хотя она ничего не сказала, просто плохо подумала о нем, но Гуранга Махапрабху, он пребывает в каждом сердце. Он понял, что его мать совершила ошибку, оскорбление, так неосознанно. И когда Махапрабху являл лилу раздачи премы, он благословлял всех. И люди спрашивали, почему мать ваша не обрела прему? Потому что она совершила оскорбление. Когда? Кому? Она же ваша мать. Как это возможно? И вот он сказал, что она совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Адвайта Гасайи, поэтому он не может дать ей прему. И Адвайта Гасайи, слыша это, он упал без чувств. И Шачи Деви, она прикоснулась к его лотосным стопам и взяла пыль с его стоп к себе на голову в качестве искупления. И это оскорбление было прощено. Если бы Адвайта Гасайя не потерял сознание, то он никогда бы не позволил Шачи Ма прикоснуться к его стопам. Как-то возможно, что мать Махапрабху это может делать. И таким образом Адвайта Гасайя, он упал без сознания, слыша это. И Шачи Мате появилась возможность искупить свое оскорбление. Смотрите, даже мать Гуранги Махапрабху не может быть прощена. И в шастрах Чайтанья Бхагавати говорится, Вридаванда Стакур пишет, что даже Шанкар Бхагаван Вайшнаванам, вот это про него шлока. Даже Шанкар Бхагаван, если он лучший из вайшнавов, и даже если он совершит оскорбление в адрес лотосных стоп гуру вайшнавов, то и он не будет прощен. И вот тот, кто вот здесь Шамбу, лучший из вайшнавов, даже он, Шримад-Бхагаватам Махапурана – это лучшее из Писаний. И здесь говорится, что Шанкар Бхагаван – он лучший из вайшнавов. Но даже если он совершит оскорбление в адрес лотосных стоп гуру вайшнавов, то он не будет прощен. Дурваса. Он. Аватар Шанкара. И вот когда Дурваса совершил оскорбление в адрес лотосных стоп Амбариша, кто его спас?
нигде найти прибежища даже. Достиг Шанкара, Брамы, Бхагавана, Вишну, но никто не мог спасти его. Сказали, что ты должен просить прощения там, где ты его совершил, иди к Амбаришу. И вот он пришел к Амбаришу. Царь был удивлен, ты великий Риша, я маленький человек. И он начал просить его прощения, Амбариш Махарадж. Попросил Сударшан Чакру, о Сударшан. Если я вообще совершил какое-то служение, что-то благоприятное, какую-то бхакти в адрес Верховного Господа, я хочу результаты всего этого отдать Дурвасе, чтобы я хочу отдать все свои заслуги, чтобы Дурваса был спасен, и Сударшан Чакра остановилась. И вот Шрила Прабхупад говорил, то, когда бы мы не хотели приблизиться к гуру Вайшнавам, мы не должны оценивать их с помощью своих материальных органов чувств, материального ума и прочего. Мы должны приблизиться к Вайшнаву и выразить ему почтение и зависеть от трансцендентного звука, который исходит с его лотосных уст. Мы должны слушать и ждать, поскольку это единственный метод, который одобрен Бхагаваном, только через уши, через звук. И вот с помощью звука мы можем достичь Бхагавана с помощью этого трансцендентного звука, и что эти уши могут услышать. То есть это то, что могут услышать уши с помощью слуха. Другие органы чувств не могут этого делать. Глаза, они не могут воспринимать звук. Язык тоже не может воспринимать звук. И таким образом, единственная возможность, которая дана Бхагаваном, если кто-то слушает Шабда Брама, трансцендентный звук с лотосных уст чистого преданного, и этот звук, он войдет в наши уши, и потом в сердце, и очистит наше сердце. И поэтому Махапрабху написал вот эту шлоку в Шикшастаке, что Санкиртан мы должны совершать ушами, мы должны слушать Святое Имя. И это совет, данный Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Куда бы мы ни шли, мы должны зависеть от трансцендентного звука, который исходит с лотосных уст чистых преданных, и мы не должны пытаться каким-то материальным умом и прочими органами чувств что-то оценить, иначе это может стать причиной нашего падения. Если мы пойдем к Вайшнаву, не узнаем его, не опознаем, не сможем выразить должное почтение, и это может стать причиной нашего падения. Вот Махарадж начал с этой шлоки. Здесь акинчана бхакти значит ниргуна бхакти. Акинчана бхакти значит ниргуна бхакти, а ниргуна бхакти значит без причины. Нет никакой корысти, нет никакой причины, почему мы любим Бхагавана. Мы любим Бхагавана, в этом нет никакой корысти, ниргуна бхакти. И вот те преданные, у которых есть ниргуна бхакти, мы не можем понять их действия. All demigods with all their good qualities going to stay
все полубоги, все их благие качества, они находятся в чистых преданных, у которых есть это ниргуна бхакти, и те, кто материалисты, они или не преданы, только находятся в форме преданных, не настоящие преданные, для них нет никакой возможности, что они могут иметь такое, такие трансцендентные качества, поскольку трансцендентные качества мы не можем купить на рынке. Трансцендентные качества, они автоматически разовьются благодаря служению гуру и вайшнавам. Мы не можем просто пойти как-то их купить или по-другому развить. Но глупые люди, глупый мир, глупое общество, оно не имеет представления о том, кто подлинный вайшнав, а кто нет. К сожалению, этот высокий стандарт, он очень опустился почти до нуля. Они не понимают, что такое ачара, ачарана, дарша, сиданта. И так, какие-то ложные, наигранные чувства могут быть, и все. И вот и все полубоги с хорошими качествами, они пребывают в чистом преданном. А те, кто не являются чистыми преданными Бхагавана, как они могут ожидать, что какие-то хорошие качества, по-настоящему хорошие качества могут быть в них, поскольку они сидят в колеснице своего ума. Итак, этот материальный ум, он бродит по этому материальному миру, где Кали постоянно мешает как-то и пытается завлечь в свои сети. Во время битвы на Курукшетре был Сурья, это затмение солнца. И все они собрались, и все риши, муни, полубоги, они начали приходить, чтобы выразить почтение, и не поняли, что это редкая возможность. И все начали приходить в это место, все риши и муни, все цари, все. И среди них Кали тоже пришел скрыто, в красивой одежде. Кали, он очень черный, скверный на вид. И вот он тоже выразил почтение всем. И у Господа спросил, когда я смогу контролировать этот мир, как долго. И Бхагаван Шри Кришна ответил, ты жди, поскольку я есть. Когда есть я, у тебя нет никакого права быть. Когда я уйду с этого мира, то тогда ты сможешь появиться. И много сиданты в этом, но об этом позже поговорим. И вот Кали спросил, как долго, когда я смогу контролировать этот мир, потом, не сейчас, сейчас я есть. И вот таким образом Кали всегда, он как-то что-то делал постоянно вредное. И вот все находятся под влиянием Кали. Только те, кто Акинчана Бхакта, Нишкинчан Бхакта, Кали не может их как-то задеть. Даже если кто-то
ну, как пытается навредить, то такие люди, они ничего не могут сделать, по сути. Могут пытаться помешать, но в итоге ничем хорошим для них это не оборачивается. В Нити Шастрах есть такая шлока. И вот смысл таков, что Кали может сделать тем, чьи мысли и деяния чисты. Эта формула, она применима к чистым вайшнавам, а не ко всем. Что Кали может сделать тем, чье сердце всегда открыто? Тот, кто всегда хочет сделать что-то хорошее для всех падших душ, тот, кто пытается помочь всем, так или иначе, любыми методами, он пытается помочь другим. И это планы и программы чистых гуру вайшнавов, так или иначе. Их сердце полно любви, они хотят помочь всем, и так или иначе. Вот они пытаются что-то сделать, чтобы принести какое-то благо обычным обусловленным душам. И вот тот, чье сердце всегда открыто и думает о том, как принести благо другим. И вот и то, что он говорит, это все абсолютно истина. И вот он не прибегает к помощи какой-то политики, напыщенности и чего-то еще. И тот, чье тело всегда занято в том, чтобы делать что-то хорошее для других. И вот что Кали, какой вред может принести такому человеку вайшнава? И вот мы должны помнить то, что Кали вот спросил у Бхагавана, когда придет его время. Бхагаван сказал, что не сейчас, после его ухода. А сейчас, к сожалению, Кали везде правит. В каждом уголке мира, как вроде причины нет, но люди все равно находят какие-то поводы для раздоров. Мы даже не можем представить, какова игра Кали. Я удивляюсь. Я вроде ничего не сделал. Человек пришел с показания счетчика снять. Неправильно там посчитал, дал мне большой счет на плату. А спросил, я тут не живу. Раз в месяц прихожу, откуда такой счет? Проверил еще, тут опять проверил, сказал, что да, неправильно пару цифр списал. Но кто, кто платить будет за все? Ваша ошибка. Зачем мне платить за это?
вот пришлось идти в офис их, поругаться там. Вроде ничего не делал, такие проблемы сами возникли. Это так, такое часто происходит, такие всякие неприятности. Даже если ничего не делать, вот, а Кали так или иначе влияет, но Кали не может влиять на тех, кто чистый вайшнава. Кали ничего не может сделать таким. Но если у вас есть какая-то нечистота, то Кали постоянно будет приносить вам какие-то проблемы и беспокойства. И обусловленная душа обычно вот так находится на колеснице своего ума и скитается там и здесь по различным полям наслаждения вот этим пятью органами чувств. Вот эти пять основных видов наслаждений, из которых все остальное происходит. Это шабда, звук, спарша, прикосновение. Спарша, рупа, раса, ганта. То есть внешняя красота, рупа, раса, вкус, какая-то радость, ганта и последний запах, аромат. И вот обусловленные души постоянно скитаются здесь и там, чтобы наслаждаться. И это их цель. И вот мы хотим наслаждаться, пока живем, мы хотим наслаждаться на самой наивысшей степени. Но чистые вайшнавы, можно видеть, что они хотят что-то сделать для гуру, вайшнавов и Бхагавана. Каждую часть секунды они хотят использовать для служения гуру, вайшнавам и Бхагавану. На самом деле, сегодня день явления моего Гуру Падме Шрилы Садхананды с вами. С великим уважением я произношу его имя, хотя у меня нет права. Он настолько чист. Он настолько чист, даже я, у меня нет права произносить его имя. Но все же я говорю, поскольку Гуру Вайшнава, если я помню Гуру Вайшнава, говорю их славе, то я буду спасен из этого материального мира, поскольку в шастрах говорится, что те, кто воспевает славу Гуру Вайшнавов, вот это шлока на Бенгале, что если мы будем прославлять Гуру Вайшнавов, то мы избавимся от влияния Кали, Майи. И поэтому я говорю их славе. И вот сегодня я хочу принести мои подношения словесные Пушпанджали такому великому преданному, по которому я могу с уверенностью сказать, что он был настоящим сокровищем, бриллиантом в нашем Сарасвадгауди Вайшнава обществе, про которого я могу с полной уверенностью сказать, что он представитель Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, поскольку на месте Шрилы Прабхупады, если мы найдем Садхананду Прабху, если Шрилы Прабхупады не было бы, но в то время, то ту же самую Сидданту мы можем узнать от Садхананды с вами, но так я не могу сказать про каждого. Это очень серьезное заявление. И поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что он представитель Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, или я могу сказать, что он один из лучших представителей Гаудия Матха.
если кто-то попросит меня показать подлинного представителя Гаудиматха, то я могу сказать с полной уверенностью про него так. Тот, кто никогда не позволил никакой ложной сиддханты, ничего, никакой сахаджи, бхавы, никаких отклонений от пути Шрилы Прабхупады. Это Садхананда с вами, кто благословил меня сегодня, поскольку я хочу вспомнить его святой характер, его чистую сиддханту. Он говорил, что все трансцендентные лила Господа Радха Говинды. Если кто-то спросит меня найти какого-то подходящего кандидата, то Садхананда с вами говорил, что говорить о там и тут. Я не могу найти ни единого кандидата в Индии. Вот Махарадж говорит, в Индии, если в Сарасвати Вайшнава обществе, если поискать, то может, мало кого можно найти с таким же, с таким же стремлением безукоснительно следовать учению Шрилы Прабхупады. И вот он никогда не говорил о таких высоких вещах перед какими-то недостойными людьми. То есть он знал, кому говорить и что говорить, в отличие от многих. И вот он явился в 1908 году. И вот он родился в семье государственного офицера. И работал в этом, как я, трезори, кассиром, как казначеем был в Германии. И мать была доктором в науках, похоже, каких-то. Отец умер в 1919 году. Садхананда с вами родился в 1908 году, вот 11 лет. И вот в возрасте 11 лет отец умер. И вот и мать умерла, когда в 1946 году, ну, около того. Он был очень умным студентом и смотрел, искал. Очень прекрасно выглядел. Можно вот увидеть его фотографию. И хочу видеть его всегда. Очень в его взгляде чувствуется огромная глубина. Гурочного, когда смотрят, то их взгляд очень глубок. Если я посмотрю на него, можно что-то почувствовать, какую-то мистерию в его глазах, в его взгляде. И после этого постепенно он закончил школу.
1928 году, вот он закончил образование. Видимо, еще какое-то образование получил, кроме школьного, ему было 20, сколько-то, 20 лет. И вот он хотел изучать религию. И вот он поступил в Берлинский университет. Да. А в 1933-м закончил его. Потом он хотел получить докторскую степень по философии и религоведению. И вот в своей жизни он пишет то, что с самого начала 1922 года я был очень заинтересован в том, чтобы узнать об абсолютной истине. И вот он писал в своем дневнике. И вот он искал абсолютную истину, как ее найти, как узнать, где искать. Он написал в своем дневнике, что я был один. Я не был заинтересован в каких-то мирских, в чем-то мирском с самого начала. И мирское образование тоже его не привлекал. Он хотел узнать философию тех великих духовных лидеров, чтобы обрести нечто стоящее. И вот, он в христианстве ничего не находил. В буддизме тоже. У него было много вопросов. И если он пытался найти на них ответы в Библии или еще в каких-то книгах, он ничего не находил. Я везде были какие-то недостатки. Только чтобы узнать абсолютную истину, он вот он читал книги с различных библиотек и вот он в процессе обучения он изучил английский, иврит, испанский, еще что-то. Он знал много языков, греческий. Мог говорить на них и писать, и это было чудесно. И в итоге он начал изучать санскрит. Пали. В Непале такой древний язык тоже. Знал где-то дюжину языков. И вот он, а все же
ответы на свои вопросы не находил. Даже китайский выучил, чтобы не сегодняшний, а вот старый китайский язык выучил, японский. И его в Токийский университет пригласили, чтобы читать лекции на тему религии и их сравнения. И вот он собирался этим временем. Случайно один друг с Англии подарил ему подарок. Эта книга была Шри Кришна Чайтани. И когда он открыл эту книгу, кто написал? Нишканта Санял. Великий преданный Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати. И вот Нишканта Санял был профессором колледжа Ревенса колледжа в Катаке. Он был знаменитым профессором в том колледже. И в то же время был великим вайшнавом. Он получил посвящение от Шрилы Прабхупады. Вот я был в его доме случайно. Вот Ришикеш Махарадж, ученик Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, послал меня в его дом, дал адрес года 22 назад. Но, к сожалению, он умер к тому времени, но место его проживания посетил все же. И вот, прочтя эту книгу, Нишканта Саньял, и вот он, Нишканта Саньяла, он сразу начал читать и был восхищен. Сегодня я нашел ответы на все свои вопросы. Никаких сомнений и подозрений у меня не осталось. Все вопросы, которые были в моем сердце, я нашел ответы в этой книге. Он хотел написать этому профессору Нишканту Саньялу. И вот он хотел узнать, кто этот профессор, кто может написать такую великую книгу. А кто же гуру этого великого человека? Если тот, кто написал эту книгу, насколько он велик, настолько учен, но кто же его гуру? Я хочу знать его. И вот он написал Нишканта Саньялу. И тот захотел приехать к Шриле Прабхупаде, узнать Шрилу Прабхупаду Бхакти Сиддханта Сарасвати. И вот когда он но в то время телефонов не было. Да и в наше время телефонов не было, может. Телеграф были. Сейчас проще, но, в общем, он написал ему письмо, и Шрила Прабхупада дал ему совет: вы можете жить в своей стране или вокруг ее. Вот есть преданные Гаудии, вы можете встречаться с ними. Но лучше перед тем, как приезжать в Индию, вы лучше получше познакомьтесь с нашей традицией, пообщайтесь с нашими преданными, которые там живут. Пытайтесь понять глубину всей этой философии, и потом можете приехать в Индию. И вот тут встретился с Бхакти Прадип Тиртха Махараджем. И потом он также встретился с Шрила Бхакти Хридой Бхандав Госвами Махараджем, лучшим из проповедников Гауди философии. И был очень ученый человек.
знал много языков, и он хотел помочь Бхакти Прадип Тирти Махараджа в переводе Бхагавад-гиты с бенгали на английский. И что в итоге случилось? В итоге он пришел в сущем встретился с Бхагавад Гитой Махараджем. Он был очень могущественный и начал помогать ему в его проповеди вот, в Европе, в той области. Бхагавад Махарадж говорил лекции в каких-то университетах, и вот он слушал, всячески помогал ему. В итоге он захотел приехать в Индию. И вот благодаря совету Шрилы Прабхупады он слушал и вот он также получил малу от Шрилы Прабхупады. И вот ее посылку вроде послали. И вот так он получил Харинам в Гаудимадхи, который в Англии был основан Бхакти Прадип Тирти Махараджем и Бон Махараджем. И вот в том храме он получил Харинам от Бон Махараджа и Малот Шрилы Прабхупады. Ну, как бы Бон Махараджа от имени Шрилы Прабхупады дал ему Харинам, и имя он получил данное Шрилы Прабхупады, Садананда. Садананда значит вечно всерадостный, вечно радостный. И вот он начал помогать этим двум великим преданным, и в то же самое время он начал помогать Гауди Миссии в ее проповеди очень широко. И после обретения Харинама он был заинтересован в том, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой Бхакти Сиддханта Сарасвати, но в то время, когда вот он изучал книги, всю философию, спал несколько часов, был очень вдохновлен. И под руководством Бон Махараджа и Бхакти Прадип Тирти Махараджа и Шрилы Прабхупады, вот он изучал все эти книги, стал очень ученым. И после этого, когда Бон Махарадж и вот в 1935 году, когда Бон Махарадж вернулся, в Индию в сентябре, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой, и вот Садананда тоже с ним приехал. Когда он увидел, он упал на пол, переполняющих его чувств. Когда вы смотрите на Вайшнава, видите его, вы чувствуете какую-то энергию, какую-то силу, какая-то чистота является у вас. И вот Шрила Прабхупада благословил его. И после этого он получил мантру, ну опять получил Харинам Махамантру, которую можно два раза получить, но не столь. И вот Шрила Прабхупада дал ему еще раз Харинам и Дикшу заодно.
И вот кто-то решил находиться с Шрила Прабхупадой, чтобы узнать от него как можно больше. И Шрила Прабхупад видит Садананду Прабху. Он понял, значимость, его значимость, глубину знания. И вот видя Шрилу Прабхупаду, вот Шрила Прабхупада, видя его, он увидел всю его значимость и серьезность. И вот он просил его писать какие-то статьи. Но как-то возможно, если смотреть, то есть некоторые преданные жили по 20 лет, но Шрила Прабхупада ничего не просил такого делать. И вот Шрила Прабхупада дал ему такое служение, чтобы он переводил вот, на немецкий ради блага немецкоязычного общества. И вот его было главное служение переводить и писать статьи. И вот можно найти, если изучать гармониста, можно найти множество важных статей, написанных Садананды с вами. Это не шутки. И так, одна статья может изменить всю вашу жизнь, как Садханатошани или гармонисты. Каково значение всего этого? Вот мы опубликовали статью из общества «Община» и «Гаудимат», «Society Community» от «Гаудимат» на английском. Как Садананда с вами это все узнал, осознал и написал то, что написал, то, что должен был написать Шрила Прабхупада. И вот, читая его статьи, можно узнать все вот эти подстерегающие нас опасности в вайшнавском обществе. Его статьи очень научные, они могут изменить нашу жизнь. И вот под руководством Шрилы Прабхупады он начал исследовать многие работы на санскрите различных философов, изучать их, сравнивать и по указание Шрилы Прабхупады он давал лекции в университетах, поскольку был профессором, его работа такая не была. И все ожидали, хотели услышать Садананду с вами, когда он может сказать что-то, но так или иначе, по воле Кришны, показать нам, сколько терпения может иметь преданный. И вот началась война, Вторая мировая война. Потом началась, как после ухода Шрилы Прабхупады уже. И вот когда он пришел к Шриле Прабхупаде, плача сказал: «О, Прабхупад, я пришел к вам издалека, с Европы. Если бы я мог родиться в Индии, приобщиться к индийской культуре, это было бы лучше». И вот он выразил такое сожаление, что родился не там, где надо. А Шрила Прабхупада сказал: «Не говори так, это твоя привилегия, что ты не родился в Индии.
поскольку если бы ты родился в Индии, ты бы узнал много плохого. Посмотри, что происходит под именем Баджана, сколько всякой юанды под именем религии в Индии происходит. И поэтому не переживай, это воля Бхагавана. Не сожалей об этом. Ты можешь изучить все от самого Бхагавана по его милости. Это хорошо, иначе бы ты, родившись в Индии, узнал бы много чего, что мешало бы тебе. Поэтому не беспокойся, вся сила приходит сверху, снисходит на нас. И однажды Шрила Прабхупад перед какими-то преданными, он сказал Садханаде с вами: «О, Садхананда, ты и я, мы были в этом духовном мире». И вот так я ясно, без всяких иносказаний, он так сказал, Шрила Прабхупад ни про кого больше так не говорил. Он сказал: «Садхананда, ты и я, мы были в том духовном вечном мире». И таким образом Шрила Прабхупад дал наставление ему вначале, когда он пришел. Я вот хронологически не следую. И вот Шрила Прабхупад сказал: «Садхананде с вами». Что делать? И вот Садхананда с вами, он пришел к Шриле Прабхупаде, он дал ему наставление сначала: ты должен сделать нечто, что это все, что ты изучил в своей жизни, все, что ты слышал от кого-то, все эти представления, которые в твоем сердце, и идеи, связи, с опыт в этом материальном мире. Возьми это все, помести в какой-то мешок и выкинь это все в океан. Это первое, что ты должен сделать, и начать жизнь заново. И избавиться от всего бесполезного. И вот то, что ты уже изучил, забудь. И начни все заново. И вот он так и сделал. И вот он также записывал конспекты всех лекций Шрилы Прабхупады. И на основе этого писал статьи. У него была такая великая Гуру-сева. Рамануджачарья тоже говорит. Никто не говорил об этом. Но Рамануджачарья сказал: если вы хотите достичь успеха в этой жизни, и, например, вы хотите обрести садгуру в вашей жизни, то каждый день, по крайней мере час, мы должны прославлять славу Гурудева. Джачарья говорит, что если вы хотите достичь успеха в своей жизни, то вы должны прославлять Гурудева хотя бы час и изучать его писание, его наследие, его книги, его учения. И также вот здесь Садхананда с вами это постоянно делал. И потом в 1935 году в сентябре он до 1 декабря 1937 года он общался с Шрилой Прабхупадой. У него была эта возможность, потому что Шрила Прабхупада оставил этот мир. Но он был вечным спутником Шрилы Прабхупады, как я могу говорить тогда, что он имел возможность общения с Шрилой Прабхупадой вот где-то с 35 года по 37.
где-то 2 года. То есть не так много. Но я не могу сказать так, поскольку сам Шрила Прабхупад сказал, что он мой вечный спутник. И после того, как Шрила Прабхупад ушел, какие-то проблемы возникли. Там, где какая-то собственность, деньги, еще что-то, какие-то проблемы возникают. И вот Санатан с вами был очень опечален. Он решил совершить парикраму по всей Индии с Бадрикашрама до вот, Канья-Кумари. Махарадж тоже там был в этих местах, в Гималаях. Это давно было, когда молод был. И вот так он посетил все святые места в Индии, вот с этого с Бадринатха до и самого йога, крайней точки Индии, и вот до Канья-Кумари. И вот он это сделал, чтобы понять индийскую культуру, философию. И в итоге, после того, как он закончил парикраму по всей Индии, памятуя Гурудева, и также он в процессе переводил, и вот когда вернулся, и вот когда он был в Аллахабаде, какой-то великий профессор, и другие возвышенные люди, они пригласили его прочитать лекцию в Аллахабадском университете на тему сравнения религий. И по их просьбе он пришел и сказал очень важные слова там. И одна из его лекций. О Гауди Вайшнава Даршане. Она произвела эволюцию. Он говорил о Гауди Вайшнавском Даршане. Если вы будете изучать эту книгу, вы будете удивлены, как возможно вообще, что он написал так великолепно все. Это лекции, книги, они были эволюции. Хотя можно видеть, что многие живут в Гауди Матхе по 50 лет, и а то и больше, ничего подобного не могут написать и сказать. И вот он был успешен в том, чтобы написать множество книг. Он был великим вайшнавом. И вот он писал под псевдонимом Ваман Дас, под псевдонимом его ученика. Был уже за 80, а Садхананде за 70. И вот когда он отчитывал своего ученика за какие-то ошибки в переводе или еще в чем-то, тот со смирением принимал все это. Вот Ваман Дас был хорошим писателем, и вот под его именем его так все публиковали. И вот так или иначе он написал книгу «Шри Чайтанья». Было потом переведено и опубликовано. Это была очень глубокая философия там, Шри Чайтанья. И под руководством Бон Махараджа, Тилти Махараджа, он опубликовал ее, и потом вот
Так или иначе, Шрила Прабхупад ушел из этого мира, и тут Садхананда Свами до 61 года жил в Индии. А когда началась война, его поместили в карантин, на всякий случай, на всех этих немцев, тех граждан Германии, на всякий случай, поселили куда-то там, чтобы они ничего не смогли делать. Что-то вроде тюрьмы, но с такими судовствами. В общем, он там 3 года просидел, пока война не кончилась. Во время начала коронавируса успел с Вриндавана вернуться вот сюда, на Гадрома. Последнюю минуту буквально, последним поездом, последней электричкой. И вот иначе мог бы застрять там на несколько месяцев где-то по дороге. И вот по воле Бхагавана все это произошло. И вот Садхананда, в общем, так он, сколько там, 4 года жил, а еще в 1950 году индийское гражданство получил. И вот до 61 года жил в Индии, но потом из-за того, что он не следил за здоровьем, в общем, совсем не следил насчет еды, отдыха и прочее, тело не, и болезни начали появляться. И вот в 1961 году уже было совсем плохо. И тут какой-то преданный из Швейцарии решил, я там был учеником его, Садхананда Свами, и вот решил помочь его как-то вылечить. И вот они в Базель поехали, там его лечили уже получше, чем в Индии. В Индии его лечили, значит, плохо. В общем, в Базель, в Швейцарии перевезли. Какая-то то ли лихорадка была, то ли еще что-то. Непонятно от чего. Все же он же живет там, он ее приглашали читать лекции в местного университета. И вот он дал много лекций в университетах и в Индии. В общем, со здоровьем совсем плохо было, уже не мог даже до университета дойти. И после ухода Шрилы Прабхупады, кто-то говорит, что он саньяса примерно, имя его по саньяса имени неизвестно, но если посмотреть по сути, он уже был саньяси. В соответствии с наставлением Бхагавана Шри Кришны в Гите. Вот в соответствии с наставлением Бхагавана он был уже саньяси. Хотя внешне Данте
не находим, но он был подлинный саньяси. Кто никогда не думал ни о каком вожделении, ни о каких наслаждениях чувств. Он был подлинный саньяси. Он был настоящий саньяси. И вот недостаток денег, поскольку никогда не... Но деньги как бы не сохранил. Приходили его ученики, открыли какой-то сбор денег для Садананды на его лечение. Я жалею, что не смог встретиться с ним, поскольку оставил тело в 1977 году, в то время я был еще ребенком. И вот он лечился, но переводы свои не прекратил, а продолжал, поскольку это было указание Шрилы Прабхупады Бхактичитанды Сарасвати. И вот он переводил книги, писал статьи. Он написал множество прекрасных статей. Но лично он никогда не хотел себя прославлять. Он был таким великим преданным. Но никогда не хотел себя выставлять на показ. Никогда не стремился к славе. Он был в Асаме также. И вот проповедовал там в Гуахате. Его проповедь была чудесна. Если мы могли видеть, могли бы увидеть его, встретиться с ним, то тогда вы поняли его величие, его простоту и смирение. Но, к сожалению, мы не смогли встретиться с ним. И вот он выражал огромное смирение. Он говорил, что я единственный бесполезный ученик Шрилы Прабхупады и единственный, кто не родился в Индии. Из-за смирения он говорил так. Но он был один из лучших учеников Шрилы Прабхупады. И вот вначале я сказал эту шлоку. Чтобы понять вайшнава, мы никогда не должны прилагать какие-то материальные оценки, что он родился в Германии, что не все так плохо. В Индии можно посмотреть, если собрать 10 миллионов брахманов, то вряд ли они все вместе сравнятся с даже одним из Садананды Прабху. И это действительно так. И вот в вайшнавах есть все качества. И вот если мы просто узнали, что он родился в Германии, мы не должны высказывать какое-то пренебрежение к нему. Но я хочу быть собакой Садананды с вами, чтобы принимать остатки его пищи.
и в этом его величие, его смирение. И это правда. Если кто-то скажет, что в Гаудия-матхе одни бесполезные люди, то я таким людям не могу выразить никакого почтения. Он был великим преданным. Долгое время я просил их всех. Ну, Махарадж спросил вот, во время, когда Махарадж говорит о каких-то вайшнавах, чтобы какую-то фотографию этих вайшнавов показывать, поскольку весь мир должен знать, какие сокровища, какие великие преданные этого Гаудия-матха есть, а не сокровища Шрилы Прабхупады. Но истина должна быть истина. Если кто-то хочет говорить ложь, это его дело. Весь мир должен знать, кто такой Садхананда Свами, Шридхар Махарадж, Кешав Махарадж, чтобы очистить себя. Просто памятуя его имя, говоря «Джая Садхананда Свами», это осветит нас и весь наш день. Даже когда я позже Арчан Гурварге, я поклоняюсь Садхананда Свами каждый день после Аника. Когда я поклоняюсь всем божествам, и Гурварги, он также в их числе. Махарадж более подробно расскажет в следующую годовщину его явления, ухода вот сегодня. Конец. Jasyasti bhaktir bhagavati yakinchana sarva bhunaishtatro shamashati suraha haru avakta shakuto mahadguna manoratena sato dhavato vahi vancha karpadra vasiti pasandhi varati dhan bhavanako vashnav yodhan jaya sada sadhani swami my guru bhakta no ki jaya Whenever you forget any Ekadashi, suppose you forget, then you will have to do some, next day you will have to do upavas. If you suppose you forget, you will have to do upavas. Or in Purna.